Приветствую вас. Если вот выбирать между теми двумя вариантами, которые вы предложили, то я бы больше, наверное, сказал, что вы впадаете в детство, но в том смысле, что ваши желания, они дают о себе знать. То есть ваши желания, ваши потребности, они дают о себе знать, а вы их все это время, вероятно, были склонны подавлять. Вот. И теперь, когда наступило, теперь, когда наступил определенный период в вашей жизни, хотя, наверное, это не совсем правильная формулировка, потому что у вас, я так полагаю, этот период не заканчивался, он у вас, собственно говоря, продолжается. Вот, а просто ваши желания, они дают о себе знать, и вы хотите найти гармонию, Вот, может быть, у вас есть ощущение, что вот в России вы почувствуете себя дома, обретете гармонию и так далее, но на самом деле, брат, заключается в том, что ничего этого не произойдет. А, как и сказал мой коллега, брат, заключается в том, что вы, значит, действительно, возьмете свою голову, как бы с собой. Вот, и, соответственно, поменяться можете только вы. Поэтому необходимо, как и сказал мой коллега, определить, в чем ваши внутренние проблемы, от чего вы бежите. К примеру, от чего вы бежите. Вот, и уже с этим работать, а там дальше вы сможете свободно, я подчеркиваю, свободно, решить, что вам нужно и в чем вы нуждаетесь, и чего вы хотите, где вам лучше жить. Вот так. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.